Вот. Больше ничего не надо, только заткни туда руку. Ага. И поворачивай на все, я, давай объяснение. Какого числа, что? Спрашивай их. Там сидят, я пошел. Так. Сегодня... Какого у нас 7 сентября? 8 октября. 8 октября. Я сентябрем живу. 23 год. Приехали. Сейчас время 11:03. Приехали из Потеряевки наши братья. Разгружаем. Все, что они привезли. Урожай. Да, урожай богатый в этом году. Rich harvest. Есть такое. Так. Ого. Сколько еще остается? Сейчас вот здесь. Картошка. Свекла. Свекла. Свекла, свекла. Битрут. Там картошка. Морковка еще есть. Были еще огурцы. Еще морковь. Свекла в этом году хорошая такая прям. В прошлом году перегнила вся. Так что... Пост дал, пост принял. Это все наше, что ли? Вот что. Вот что нас не задали. Это все мне. Это наше. Мы же православные. Постимся. Честно дарут честные плоды. Ну, прям запылененький. Сразу видно, что по потеряевским проселочным дорогам ехал. Нет, просто давно в бане не был. Ничего. Дождик помоет. Сейчас как раз идет дождик. Накрапывает осенний. А, это про машину говорится? Ну да, что видно, что... Нет, это не проблема. Я про машину. Все позолотилось уже. Золотая осень вовсю пошла. Березы уже наполовину опали. Так что братья вовремя приехали. Ждем первых заморозков. Мы заморозок, да? Да, с собой заморозок привезли. Ай-яй-яй. Потом сейчас это погреб будете спускать, да? Как бы власть. Унылая пора. А чьи очарования? А там все. Последний кабачок. Завершает вишенка на торте, да? Все, закрываемся, да? Андрей, закрой еще. А вот это надо? Данчик. Обалденно. Там у них подземные гаражи. Здесь вот, вот тут уже. Там заказывают. Там без разбора все туда, да? Там все в бетон. Нет, я там уберу. Не, ну это оттуда туда тащи подряд все, да? А там же как туда подойти? Все в бетон, бетон там. Брат, ты назад сейчас, да? Ну да. Андрей должен погрузить, там он у нас. Вот ты что-то должен. Да. Ты что-то должен. Теплые котелки даже. О, видишь. Надо вот это да. Электроплиту вот забрать. Ну сейчас, знаете, техник говорил, что потом грузить надо. То есть обратно. Сюда продукты, отсюда барахло всякое туда. Ну понятно, он просто так не отпустит, конечно. Такой барахло. Вроде все. Все, что можно. Все скидали уже. Все, что можно, отдали вы с этого города. Самих себя готовы отдать. Моих себя. Да. Значит так, две вот таких больших сумки. Что, сын-то уже ушел? Две короткие. Обратно. Или еще нет, здесь? Нет, вот еще. Такая вот такая. Еще нет? Нет. А что дали? Ну, сгорело? Что сгорело? Значит, надо... А, у них там. А, ну понял. Сейчас нужно документы сделать. Ага, нормально. А он далеко от соприкосновения? Thank you.
Да, это с помощью кого там. Из кузова? Ну и когда несешь спину прямо, нельзя грабать. Да в погреб спустим все это дело. Все уже ушли, занятия прошли. Теперь только вовремя приехал Натя Тихонович с братьями. Так бы одни разгружались.